Игра сыграна, ничья, это плюс одно очко или все-таки минус два, как в таких случаях говорят? Ну, если отсчет от Локса 1-0 проигрывали, сравняли счет, то вроде как плюс, да, но хотели, конечно, выиграть, чтобы оторваться от Лисок и от Рязани. Рязань в ничью сыграла, это был бы отрыв 8-9 очков. Что по игре? Скажите, что получилось, что нет? Ну, должен сказать, что команда мне понравилась, Лиски очень хорошо так и комбинировали, и хорошо. Ну, то есть навязали нам довольно-таки много проблем, создали в обороне, и впереди у нас, не сказать, что много моментов было. Хорошая команда, молодцы, и не зря они идут на втором месте. Что в перерыве, когда проигрывали, тренер сказал, раздел? Ну, подкорректировал, конечно, некоторые моменты, ну и чуть-чуть завел нас, да, и второй там сыграли лучше. Впереди кубковый сложнейший поединок, вот эта ничья, вот эта потеря очков, она может быть как-то подстегнет даже? Вполне, да. Чуть-чуть даже может и подстегнет, чтобы не было такой спокойности.